представляем вашему вниманию материнскую плату от фирмы Asus модели F1A55MLE, форм-фактор которой Micro ATX, а физические размеры 244 на 229 мм. Сокет FM1, а поддерживаемые процессоры AMD серии A и E2. Также возможно подключение максимально двух планок оперативной памяти DDR3DIMM с частотой от 1066 до 2250 МГц, а максимально поддерживаемый объем оперативной памяти составляет 32 ГБ. Из внешних разъемов данная материнская плата имеет один PS2 для клавиатуры и PS2 для мыши, один DVI, один D-Sub, 6 USB 2.0, один RJ45 для подключения сетевого кабеля и два аудиопорта. Стоит отметить, что видеовыходы будут работать только в том случае, если процессор имеет встроенное графическое ядро. А из слотов расширения данная материнская плата имеет один PCI-Express 2.0 X16 синего цвета и один PCI-Express 2.0 X16, также возможны X4 мод черного цвета, один слот PCI-Express X1 2.0 и один PCI-слот. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.